Привет, мои дорогие! Меня зовут Таня, и я живу в Америке уже больше 10 лет. И родилась я в Украине, и хотела сделать давно видео о американском Рождестве. И вот, наконец-то, настал тот день. Месяц до Рождества все люди украшают дома, наряжают елки, покупают кучу подарков, ходят в молл, настроение у всех супер классное, все люди улыбаются. И сегодня я тоже буду наряжать свою елку и наряжать свой дом. И я решила сделать небольшое видео об этом. Ну а теперь, дорогие мои, я бы вам хотела показать свои маленькие декорации. Это вот такой вот мини-маус. Вы видите, еще говорится 2017, так как Рождество еще в 2017 году. Вот это я купила вот такую вот Эйфелеву башню. Надеюсь, мы туда в скором полетим. Вот, вот такие вот рождественские веночки для елочки. Вот такая вот снежиночка красивая. А это вот буковки. Они очень красиво смотрятся на дереве. Вот буква P, это первая буква имени моего мужа. И вот моя буковка T. Вот она такая прекрасная. Вот еще, это буква N для Noel. Это как Noel, это где Дед Мороз находится. И вот еще вот такой веночек. Чего бы вам еще показать? Вот такие вот американские звездочки разного цвета. Вот такая вот конфетка. Вешать ее. Разные бусы, разные украшения. А это вот gingerbread man. Это вот такое, люди лепят с теста разных, как они называются, печеньки. Из джинджер, из шоколадных чипсов. И они оставляют для Санта-Клауса вот такие вот печеньки с молоком, чтобы когда он через fireplace придет к вам в дом, чтобы ему было что-нибудь попить. Это вот, вот называется Advent Calendar. Сейчас вам его покажу поподробненько. То есть 1 декабря начинается отсчет к Рождеству. И обычно 1, 2, 3 и детки считают, сколько дней осталось до Рождества. Он обычно вывешивается поближе к елочке. И детки, давай каждый день, надо тут заложить небольшую игрушку или конфетку. И они знают, сколько осталось денечков к Рождеству. Также люди покупают разные вот такие вот украшения. К примеру, это вот говорит This is the season. То есть сезон начался подарков, сезон праздников, всего такого. Также люди покупают вот таких щелкунчиков. Видите, он открывает рот, и можно даже с ним щелкать орешки. Это просто как декорация. Вот это, мой щелкунчик сваливается. Вот это вот такие, они называются запахи. Я их купила, чтобы в доме создалась атмосфера Рождества. То есть оно открывается вот так, и вы их развиваете, и вы их ложите по всех. Вы их ложите по всей зале, по всему своему дому, чтобы ваш дом вкусно пах. Вот, вот они, вот такие вот сенсоры. Я их, кажется, купила два. Сейчас посмотрю, где же мой второй сенсор. А вот еще мой второй сенсор. То они очень классные. Это вот называется Christmas stocking, то есть такие вот чулки от Деда Мороза. И туда обычно люди закидывают разные конфетки, разные такие маленькие подарочки и вешают их над своим камином. Благодаря вот такой штучке, которая, она очень тяжелая, и она вот так на вашем камине стоит, и в этот чулочек вот так на ней висит. И люди обычно туда кладут всякие мелкие-мелкие подарки. То есть у нас таких тоже
4 stockings. Вот с Дедушкой Морозом один. И один вот зелененький такой. Также, чего вам еще показать? Вот мои игрушки. Эти игрушки, они shuttle-proof. То есть они, если вы их бросите, так как у нас дети, то есть они не разбиваются. Они пластиковые, но они очень классного качества. Они, ну, просто класс. И вот еще у меня вот такие игрушечки. Тоже они не бьющиеся. Вот наш Дедушка Мороз. И вот у нас такая sign. Believe, верьте в чудеса, и они к вам обязательно придут. Также, вот у меня сейчас на столе, конечно, такой бардак, но обычно вот такие разные из снежинок скатерти ставят на стол. И вот такие вот красненькие, как называется, personal napkin, личные салфетки на столе люди их кладут, и они тогда, то есть, придают тоже такого рождественского настроения. Вот так. Ну, а сейчас мы будем украшать нашу елочку. И мои два эльфа, Вильям и Марк, мне будут в этом помогать. Вот так. А было вам показать нашего, у нас такой snowman. Вот так. Дорогие мои, подошло к концу мое видео. Надеюсь, вам понравилось. Вот так мы украсили елочку с мальчиками. А сейчас я вам еще покажу свои stockings. То есть это такие stockings. Как я вам говорила, я их повесила над камином. И ждем Санту, чтобы он пришел и наполнил нам наши stockings. Мальчики, конечно, очень рады. Они вот играются возле елки и уже считают денечки до Рождества. Это у нас такой Гуфи, танцующий Гуфи. Are you gonna dance? Good job.